Конечно, все узнаем. Все. Да. Хорошо. Хорошо. Филина с Робином. Они едят. Давай, пока-пока. Дмитрий разговаривает с мамой по телефону. Да, она показывает. Филин сегодня с какой-то модной прической. А вот наш вид из окна на хребет Зигальга. Всем привет, друзья! С вами оператор Дмитрий и я, ваш бессменный ведущий канала из Катагана и Даниил. Сегодня команда... Покажи команду. Команда. И покорять что? Вот это. Вот ту гору. Точнее, не покорять, мы приехали в гости. Да. Слушайте, Килиманджаро, не знаю, что-то высоко. Поселок Тюлюк. А вот его. Знакомый местный. Кстати, он еще горячий вышел. А знаете, куда эти парни полезут? Вот туда. Нифига себе. Да ну. Не полезь, не. Не, я шучу, мы вот туда. О, это наша горка. Это мой размерчик. Гора Большой Еремель, вторая по высоте вершина Южного Урала, располагается на запад от Челябинска. По трассе М5 придется проехать 257 километров до поселка Тюлюк. Поселок Тюлюк еще в Челябинской области, Большой Еремель на юге от него уже в Башкирии, хотя расстояние между ними всего 15 километров. От поселка Тюлюк идет хорошая тропа. Чтобы все успеть за световой день, 8 километров до кордона мы проедем на снегоходах, а уже дальше двинемся пешком. Начало пути встретило нас отличной погодой, небо было чистое, но пока мы на снегоходах добирались до кордона, небо затянуло, пошел снег и появилась облачность. Что, куда нам идти-то? Филин. Угу. Нет, там нету этого. От Лабаза, это идти час всего. Нахрена? Да? Да. Самое реалистичное место, если сидеть на себе. Что, вы поняли, что в сказку попали? А я ничего не понял. Что происходит? В сказку попал. А у нас планка нет. Как эта гора называется? Это гора Малый Еремель. Прекрасно. Теперь я знаю, как выглядит Малый Еремель. Поздравляю тебя. А давай мне. Мне. Спасибо. Прикольный вход, да? Вау, тут реально столько снега, прям. Посмотри, красота какая. Все завалено снегом. Шапки снега такие лежат на деревьях. Как такое не оценить, а? Мы это оценим. Но позже. Сказка. Это ворота сказки. Есть связь, Робин? Нет сети, да? Чем ближе мы подходили к вершине, тем сильнее становился снегопад, облака становились все гуще, видимость ухудшалась, и стало ясно, что нам не видать ни хорошей погоды, ни окрестных красот с вершины Еремеля. Но, тем не менее, мы продолжили свой путь. Да?
И я не понял, где виды, где панорама, где перспектива. Где солнце? Вот там, кажется, просвет есть. Ага. Снежно здесь, да? Правда? Ну, пойдемте дальше. Снимаем? Вечная камера. Что это вы делаете? Всем привет, друзья. Посмотрите, как облако наползает. О, все пропало. Мужики, все пропало. Мы находимся на тропе. Смотрите, что творится. Димон, давай мы сейчас пойдем, а ты нам вслед. Нас засасывает. Нас облако засасывает. Хорошо, как скажешь. Пошли. Знаете, в минус 25, минус 30. Что делается? Что здесь минус 25, минус 30 делается? На вершине? Ну вообще здесь, на вершине. Сейчас прям? Да вообще, я говорю, что делается в минус 25, минус 30? Здесь просто нет, капец. Здесь пиздец, что ты делаешь. Я думаю, нет такого облака, минус 25. Залез, когда у нас ходили ребята, перед декабрем, в декабре это было, минус 25 было, была солнечная погода, синее небо и жуткий ветер. Здесь? Да. Если бы я остался там чуть дольше, меня бы накрыло облако, я бы потерялся. Здесь нельзя оставаться одному, теряешь ориентацию мгновенно. Арктическая станция Мирный. Вот это лайка местная арктическая. Иди с Богом. Филин! Ты живой? Собак тоже живой. Так все, мы наверху. Это уже платы и ремели. Я понимаю, что нифига не слышно, что я говорю. Проверяете. Не забудьте фоточку в Инстаграм выложить. Так как прогноз обещал переменную облачность, был смысл подождать хорошей погоды на вершине, но сильный ветер, который там бушевал, не позволил оставаться там надолго. Мы двинулись в обратный путь. Ты еще можешь выше поползать? Да, давайте повыше. Мне здесь не хватает высоты. Надо выше облаков забраться. Давайте. А может просто подходить? Вы же в сказку попали. У кого? У меня немножко. Ах!
таганайцы возвращаются домой по прекрасной погоде. Сзади действительно, кстати, виден Иремель, или что там, какая-то гора чистая на фоне горизонта. Погода великолепная, правда, стала. Просто божественная погода, я считаю, после такого облачного снежного дня. Такое красивое небо. Впереди вон Зигальга уже стеной встает. Да, вот она ирония. Буквально через 2.5 часа после того, как мы ушли с вершины, небо полностью развеялось, и погода стала просто отличной. Ну что ж, будет повод вернуться сюда еще раз, чтобы увидеть все красоты Иремеля и окрестных пейзажей. Так что мы не прощаемся с Иремелем.